Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Ярослав, Джек Шепард и Артур. Как вы видите, мы находимся все там же в Новом Соборе, но вот у нас... Кстати, блин, поздоровайтесь, что-то я невежливо сегодня. Всем привет! Здорово! Вот посмотрите на них, посмотрите, что у них. Ребята натурально берега потеряли. Я, как видите, в обычном своем костюме, ну, то есть выжившего. Дело в том, что с момента предыдущего захода сервер меня очень не полюбил, и я оказался на этом же самом месте, но с пистолетом и со стандартным койотовским бэкпэком, то есть с рюкзаком. Пришлось бегать к старому собору, я нашел винтовку свою, которую я и говорил в прошлой серии, что я ее хочу и что я ее обожаю. Но на фоне вот этих двух ребят я, конечно, уже не смотрюсь. Но у меня ничего нет, у меня только эта винтовка, да, поэтому... между сериями у Артура все ушло в худшую сторону, у нас в лучшую. Это капец, это просто два вуки, и я такой... А что, кстати, этот зомби там делает? Да он мимо прошел. Ладно, сейчас, главное, короче, я свою винтовку цель нашел. Цель нашей серии сегодняшней или... Найти бэкмак. Серии... Ой-ой-ой. Ты стреляешь. Я? Прямо рядом сам стреляешь. Так, понимаю, ребята, пойдемте со мной. Вот тут двухэтажный, да, домик. Сейчас. Сейчас вот пошерстим маленько по новому собору. А, искать тебе снаряжение. Да, мне чисто рюкзак, в принципе, нужен. А остальное у нас все есть. Ну, то есть у меня вообще ничего нет. Да. У меня и статистика обновилась. У меня всего одно убийца. Я теперь практически вообще молодой салага. Кто-нибудь убьет вот этого зомби? Выглядишь чуть-чуть помоложе. Как? Теперь уже можно нормально, да? Так, типа, кто-нибудь убьет, окей. Так, у него голова, по-моему, брызнула. Ой. Список золотых цитат. Брызнула? Голова вроде брызнула. Так, аккуратно. В этот раз у нас ангар вроде нормально. Дай себя первым буду бегать, потому что, блин, ну, мне-то вообще не жалко ничего терять. Только винтовку свою, которую хрен найдешь. У него вообще дроп, по-моему, 1 из 100 шанс. Ну, наверное, сколько мы, считай, с тобой бегали, не находили. Бинокль — это хорошо. Ой, я сегодня такой отдохнувший. Это хорошо, будешь свеженьким. Так, бинокль уже нашли, хорошо. О, Честер, вот, все, вот, я беру. Вот тебе Чехия, тебе и Чехия. Сразу. Хотя бы Чехия. Чехия, ой, готов. А, блин, Чехия. Вот я постоянно путаю Чехию и чешский бэкпэк. Сумку Чехию и рюкзак Чехия. Тут есть банк с фасолью. Кто-нибудь жрать хочет? А, нет. Ну, бери ты, мы как более старший товарищ. Я уже себе взял. Сейчас получите, блин, старший товарищ. Так, все, меня обобрали, короче. У меня есть винтовка, я готов с ней обниматься, лежать. Все, мне больше ничего не нужно от этой игры. Всем желаю удачи. Так, теперь нам нужно выходить отсюда. Там будет справа еще метрах 50 один дом двухэтажный. К вышечке не пойдем? К вышечке, а что на вышечке у нас? Не знаю, что-нибудь, может, потом. А там карта может быть. Я тебе GPS дал. GPS? Откуда, мать вашу, у вас GPS? Я с вас хренею. GPS. Так, я же тут и карты продал сразу. Отдал тебе GPS вместо карты. Душу дьявола. Так, тут колесо. Так, GPS, что ли, говорите? Да. Так, он у меня в рюкзаке, что ли? В рюкзаке у тебя, да. Офигеть. Тут у меня нет ничего, зато у меня есть GPS, офигеть просто. Так, ладно, все, я включил. А потом никто не будет гневно писать в комментах, почему, допустим, Ярослав находит какую-то вещь и не дает ее Артуру. Да, камуфляжа. Да камуфляж у меня просто, мне, честно говоря, он вообще не нравится. И при нем рюкзак не видно. Это, конечно, хорошо, когда в траве лежишь. Да. Но мне вообще как-то вот, блин, нравится, как рюкзак сидит на персонаже. Да? Не то, что, но я все равно бегаю пока что в камуфляж. Так, тут у нас... Блин, я настолько привык уже обходить все это, что мне как-то непривычно даже, что вы сейчас их всех поубиваете. Ну, я пока особо стрелять-то и как-то это... Ну, Ярослав у нас стандартно чистит. Пусть чистит. Да? Окей. Так, справа выходит из ворот. Да ты в решетку. И прям по решетке стреляешь. Такой красивый звук был. Ребята, блин, новые... Натурально. По-моему, прокачали свою тачку. А, да еще тачку найти было. Тачка на прокачка. Нас спрашивают, почему мы машины не находимся? Ну, это довольно сложно сделать, учитывая, что мы играем на разных серверах. Это если бы мы чисто на одном сидели, было бы гораздо проще. Да, и постоянно как бы его, ну, из города в город смотрели бы и искали где-то машины. Да, люди этим и занимаются, и машины уже на многих серверах тупо спрятаны.
И пока старую не взовешь, новую не появится. Угнанные в леса. Ну сейчас вроде бы говорят, что починили, и раз в 3 часа машины появляются. Но почистите знаю, мне дорогу, пожалуйста. Где? Вот тут? Да, он идет около амбара. Вот ему в спину попал. Но он не падает до сих пор. Вот там еще прыгун правее. Ай! Такие крики. Ой, ой, бежит, бежит, бежит. Дайте я пальнул ее. А куда он побежал? Он куда-то вообще не куда побежал. Куда он бежал? Он кого-то другого, может, нашел. Я сейчас пальну. А, нет, я не буду палить по нему, потому что еще на вас набежит кто-нибудь. Сейчас склеился. Там еще один. Блин, ребят, вы страшные люди. Ну че, кто там говорил, что мы нубы, а? Ну, ну кто на нас? Ну, мы нубы с хорошими пушками. Возможно. И все это нам просто... просто так нам досталось. Мы это не завоевали страшной кровью, народ скажет. Всегда будут недоброжелатели, короче. На самом деле, блин, конечно, прогресс очевиден. В сравнении с тем, что было поначалу. Да, просто за все те часы, которые, например, мы бегали и умирали между сериями, я не знаю. О, пустик прямо в ломбар. Вон там входной дом. А церковь в новом соборе, по-моему, не входная же? Да вроде бы нет. Входная, в новом входная. А, стоп, Артур, мы же с тобой тогда его зачищали, правда, у нас было по 1500 здоровья, я все время терял сознание. Так что ты можешь не банить. Здесь куча банок, ничего нет. Клево, я тогда даже заходить не буду. И фронты перекрывают, а там зомби. Смотри, прыгун, прыгун, прыгун. Ой, да подожди, у меня игра поднесла. Убьешь? Блин, капец, что так не вовремя. Мне даже стрелять не приходится, я такой барин. У тебя есть два телохранителя. Давай сзади обходим. Два луки. Справа один. Слева. Справа, ой, вернее, за зданием этим. Неприятные звуки, там кто-то есть. Вау! Так выбежал. У вас патронов-то много? Не так, как шир. Хватает. Хватает пока? На самом деле патроны для стана это еще не такая проблема, почему-то я так заметил. Да, я когда поставил. Стана, куда вот ДМР или ДНР, как она там называется, вот для моей винтовки, для новой. Ну, вот когда я. Поэтому я их буду экономить. Нашими сериями, когда я погиб и 5 часов в электрозаводске был, я столько находил этих обоим. Ну не брал. Я по правой стороне пошел от церкви, Ярослав. Тут зомби мертвый. Давай, я за тобой тогда. Так, ты за мной? Да-да, я за тобой еду. Я спереди иду, потому что я менее важен. Тут еще мертвый зомби. Да? Это радует. Это реально зомби, ребята, и поэтому сейчас готовьтесь. Да, здесь звук мух. Мухи-мухи. Так, а тут туда проход, смотри, я внутрь церкви загляну. Не, давай я загляну внутрь церкви. Это я. Я вижу тебя. Я вас знаю. А, ну вроде бы чисто, пока я столько в боку кто-нибудь не сидит. Можете заходить, я буду спалить вход. Там тебе бэкпак. Чешский. Так, чешский, да. Ну, все равно хорошо. Ну, только сначала придется весь мусор собрать, чтобы суметь его взять. Это все разработчики тебе подсунули в это место. Да, мы просто сказали, что так, спички тебе нужны. Да, здесь спички. Так, сейчас придется сначала. Блин, а куда мне это все брать? Удовлетворяющая газировка. Газировка, магазин, магазин ПМ, пустая бутылка виски. Поудобнее, а то что-то как-то я. И теперь я могу наконец взять чешский бэкпэк. Отлично. И теперь мы выложим весь этот мусор. Хотя... Помолимся, дети мои. Ой, блин. А куда это все подевалось? Оно там внутри осталось, что ли? Блин, я все не привыкну. Ты рюкзак сначала, ну, типа, который у тебя есть, стрелочку влево, он у тебя на землю положится. Потом берешь новый. И потом на своего все вещи перекидываешь. Ну, все нормально, короче. Я заметил, что ты когда на рюкзак свой открываешь, то есть ты влево этой строке, короче, на него выбираешь. Можно просто у тебя на изображение рюкзака нажать, на персонажа, вот, где в правом ряду. Че, реально? Да, на него тыкнуть и нажать open back, чтобы побыстрее. Слушай, тут же патроны для твоего. Так, ты взял спички?
А кто дверь закрыл? Я закрыл дверь, да если откроется, я сразу стреляю, я на прицеле держу. Тут же патроны для твоего 911. Где? Вон лежат, возьми, я... Ну я, потому что вход крой, я не увидел. Бери, бери, бери. Сразу. Так, спички у нас где? Вот, прямо где я сижу. Так, да, реально, магазин для М1911. Что я пистолет себе нашел, а патроны у меня, блин, все исчезли. Да ладно у тебя... Так, коробок спичек есть, топорик есть, самое необходимое для выживания, все есть. Так, давайте я открываю дверь, я пушечным мясом буду. Меня не жалко убивать. Ой. Блин, почему у меня бег стоит по умолчанию? А как? Опа. Как он нас заметил? Не знаю, отходи. Отходи. Блин, я сегодня такой слабый, ранимый. Если с твоей головы упадет хоть, или с твоей бороды упадет хоть волосок, мы этого никому не простим. Я бороду свою покрасил. Не люблю седину. Но не забыл, да. Скажи честно, она светится. Да, когда мы бежали к Старому Собору, чтобы начать одну из предыдущих серий, я тогда не Джек помню, Шепард. Этих убил. Ну, тот, так, господи, тут ну, видимо, кто-то тут был, или может, они уже. Упали, скажешь? Нет, явно. Ну, давай, так, давайте вам в тот дом, куда, видите, куда я иду? Да, я бороду твою видел, дочка. А, вот этот я дом... Я там выходит... еще один заходной вижу. Вот, ну вот отлично. Вот в этом доме я находил как-то много всего хорошего. Короче, мы когда бежали с Ярославом в этих лешах по краю собора, по северному, нас бы не было видно, но у меня что-то в районе головы бешено светилось, хотя был не прям полдень так. Я думаю, что такое, винтовка может блики дает, как в Баттлфилде. Короче, потом уже, когда подошел, оказалось, что это моя борода с такого расстояния светится, как какой-то, я не знаю, маяк. Поэтому было решено дырочку сменить. Камуфляжа. Надо было камуфляж потуже натянуть. Я две штуки. Поэтому, да, не вариант. По перегонке, короче, кто-то или Ярослав, или я будем бегать с Артуром как можно ближе, а другой кроет издалека. Давайте так. Что нас много ругали, действительно, за то, что мы как-то далеко друг от друга уходим. Ой, да ладно, да мы вообще не сыграем. Просто бегаем вместе. А нам много надо для счастья. Ну, не знаю. Все, вы внутри? Да. Я внутри, я в левую сторону зашел. Я вправо. Бинт, ПМ, хит-пак. Ну, короче, у меня абсолютно ничего полезного. Я поел, попил. Хавчик. Хавчик и пивчик. И пивчик, хавчик. Наверное, дедушке полезно. Это да. Так, ну я в предыдущей серии говорил, что к Березино пойдем, но, в принципе, нам сейчас там делать нечего. Может, ну вот на самом деле в Google машина спавнится же. Может, в Google, ой, блин, в Google пойдем. Ну пошли. У тебя Google GPS. Это у нас примерно. Google, скажите, это у нас примерно на север идти от Старого Собора. Хотя нет, это идти на восток. Короче, сейчас я вам задам азимут. А, у меня компаса нет. Ну, короче, на юго-восток идти, прямо посередине между ними, чтобы стрелка была. Да нам на 140 градусов идти, все в порядке. Да, 120 раз 140. Ну, логично. Если быть четким, 1700 метров. Ты метку поставил опять, чтобы все видели, что мы туда идем? Четкий ты. Так четкий. Никто не видит, кроме меня. Ты видишь? Нет, кстати говоря, да. Нет. Ну вот. Как-то тут тихо. Подозрительно тихо. Слишком тихо. Вон еще заходной домик. Да-да-да, я к нему и бегу. Так, вообще пора Новый Собор, я думаю, покинуть уже. Как-то здесь... Неуютно. Неуютно. Ну то есть зомби мало. Зомби мало, на самом деле. Еще и битые тут зомби. Там, кстати, вон дом управы, в конце улицы. Это круто. Он впряжен, это как без зомби. С ними спокойней. Зомби, да, это в основном, когда уже сам ты не такой заметный, они как защита. Так, вот
для тебя тут вроде патроны для 911. Да. Заходи, бери. Но мне некуда брать, если у тебя есть место, возьми, пожалуйста. Окей. Потому что если у меня будет хотя бы 3-4 АБМ для этого пистолета, я выкину Макарыч и наберу. Ну вот, у меня есть уж еще одна обойма выходит. Справа от дома это ты, Джек Шепард, топчешься? Я хожу, да. Я просто осматриваюсь. Пожрать, попить. Заодно можно попить сейчас. Я иду с шифтом, почему меня слышно? То, что ты топаешь как кабан. Блин, вот на этой винтовке, на ней габаритность большая. Я просто вот во всяких этих в узких проходах не могу поворачиваться вообще. Ой, а мне самочка-то. Ну, у вас тоже. Но, блин, как давно я искал эту винтовку. Хотя сейчас у меня комплекс неполноценности вырабатывается. Потому что у вас бесшумно. Там зомби что-то справа. Ну, блин, она убойная, тихая и скорострельная. Ну, то есть это винтовка времен Второй мировой войны, М14 Гарант. Такая переработанная. Так, вон он выходит, Легухан. Снимай. О, упал. Все, зомби фактически не страшные. Нет, если они заметят кучу и... Бежит. Бежит за тобой, бежит. Я зашел внутри, но я думаю, вы как-нибудь там... И Ярослав. Дайте я пальну. Нет. Я пальнул. Так куда? Он уже умер. Это еще меня... один бежит, еще один. Нет, бежит. Ну, теперь. Ярослав сзади к тебе бежит. А ну в баню, агрел. Еще попал. Один бежит. Так, отойдите от прохода, я маленько побалуюсь с моей винтовкой. У меня патронов не так много, но я давно об этом мечтал. Подожди, я захожу. Захожу сзади. Вижу. Ой, почему ты так бежит? Артур, ты кого навел? Из меня кто бежит. Ой. Вот вам профит. Черт! Блин. Ладно. Да, не падает пока что. Нет, ну, меня поцарапали. Короче, моя винтовка не такая тихая, как я думал. Ни хрена, она не тихая. С винтовки стрельнул, что ли? Ну, я два раза выстрелил. Ты что, не слышал? Вообще понял. Мне показалось, что он с пистолета стрельнул. Я думаю, что такое. Давайте опричники, разбирайтесь. Да, я тут сам вообще так разбираюсь. Ой, блин, это было очень смешно, хотя было опасно, конечно. Кто там говорит, что я постоянно... О, бабочка. Вот там бабочек рассматривает. Хватит стрелять, навлекать этих тварей. Да я с пистолета буду потом играть, что я буду искать? Еще 4 года. Ну вот сейчас, мне кажется, нам точно надо в срочном порядке валить отсюда. Еще бегут. Сейчас мы весь новый собор перебьем. А так и будет. Что-то зомби нет в новом соборе. Артур всех нашел. Да, в новом соборе мало зомби. Абсолютно их нету просто. Фактически это все какие-то маленькие... Да, офигеть! Убелись! Я тут стреляйте как-то! Блин, я офигею просто. Что творится вообще? Я не знаю, по-моему, если кто-нибудь поблизости был, он, наверное, услышал это, да? По-моему, если кто-то, блин, не знаю, на берегу появился, он это услышал. И понял, что здесь опасно в этой игре. Я слышу, что да это, по-моему, либо Легухан, либо... Ты, конечно, смальнул. Ну все, попробовал, больше не хочу. Серьезно, да? Ладно, я стреляю в последнюю очередь, если уже просто вижу человека, и он целится в мою сторону, я начинаю стрелять. А так я больше шуметь не буду, я вам клянусь, ребят. Смотри, сколько тут трупов. Так, химсвет, коробок спичек еще один. Банка бобы есть. Ты у нас Джек Шепард отстрелял уже ПМки свои. Или у тебя кольт? Я с ПМ стрелял. У тебя кольт и ПМ? Здесь есть для кольта по махайте. Смотри, ползун до сих пор ползет. А, отлично. Смотри, ползуны они вообще. Идет, там идет. Два ползуна, а там еще один где-то в метрах 50. Видишь? Прилег. Вижу. Ой, у меня персонаж трясет всего. Тебе морфия дать? Ой, морфия. Нет, более удаляющий. Все, я съел. Ну ладно. Это было капец. Если бы мы не были настолько уверены в себе, что... Если бы мы не были настолько уверены в себе, то я бы это не пробовал просто. Ну да, да. Мне просто хотелось послушать, как она вообще. Потому что вот я со снайперской винтовкой, я из нее ни разу не выстрелил на серии. Ну в редакторе ты стрелял. На серии не писал, и народ меня вот сейчас будет ругать, что я ни разу не показал, как из нее стрелять. А тебе уже писали, даже мне писали, почему Артур не стреляет за своей винтовкой, когда она у него есть. Кого стрелять-то?
Если я буду по зомби из нее стрелять, увидели, что получается? Прекрасная демонстрация была. Экшон зато, ты че, знаешь, да. Что люди сейчас будут рады говорить? Заходите в какой-нибудь город, пусть Артур стреляет. Воздух притом. Да. Блин, как этот заборчик кончится, а? Я тоже его хотел обойти, но, по-моему, это как-то... Не, вот закончился. И снова заборчик, да? И снова заборчик, блин. Так, Google вы говорите, да? Google, блин. Google. Заправки у нас. Нам конечно, что-нибудь. Нет, правее надо взять. Что может быть на заправке полезного? Я даже ну не... как, что-нибудь может быть? Ай, ладно, я перезарядился, у меня 22 выстрела еще было. Так нормально. А, это как в меме, да? Где там человек там. 99 патронов, перезаряжай! Ой, спалился, Артур, спалили тебя. Или Ярослава. Набить меня сейчас. Ау! Заходите внутрь, отстреливайте его. У меня кровотечение. Ну, видимо, Ярослава спалили. Или просто я был ближе спалили. Или ты был ближе. Так, надо что-то, блин, сегодня я какой-то расслабленный. Видимо, сегодня я лажаю. Соберись! Скажет, фу, берите Артура. Да, зачем вам Артур? Он играть не умеет. Будет тут лажать вообще. Так, говорит, зомби. Да. Так, тут у нас... Охотничий ножик лежит, возьми. Во-во-во, вот это нужно. Что-то их реально тут много. Надо уходить, пацаны. Надо сейчас, уходить. Подождите, я бинт возьму себе. Все, я готов. Взял? Блин, ну это было смешно. Господи, мистер. Ты так пугаешь, распорачиваешься. Мы бы... Если нам еще на голову Night Vision, все. Splinter Cell спасти вип-цель. Так, отступил к дереву, и сейчас уже выходим, и по полюшку, по полю. Ну, я понимаю. Ну, окей. Ой, опять выстрел. Это я. Не, ну я и не говорю, что опять выстрел чужой. Это твое, родное. Все, можно бежать. Так, короче, вот в эту сторону. Азимут я вам не скажу, потому что у меня нет компаса. Ой, я в дерево. 320. Не, 220. Примерно вот сюда идем. Нам вообще по дороге идти прямо и все. Какой 220? Мы же на 140 собирались. Нет. Ну, ну если мы по дороге будем идти, то мы не придем туда. Ну, придем, но не скоро. Нет, мы вообще не придем, нас не снимут, если мы будем ходить по дороге. А, не, прям дорога что-то ведет, точно. Да. Но прям по дороге идти, я думаю, точно не стоит. Вон, Джек Шепард, по-моему, прав. Ой, я помню это поле. Помнишь, Джек Шепард, мы пересекали, он оттуда с леса и забежали в тот лес, который наверху. Боишься, тут не Мизида будет? Нет, только мы такие были испуганные тогда. А сейчас, блин, ребята, я не знаю, может, все-таки нормально куда-нибудь прятаться? Да, тебе нечего бояться, я человек обезбашенный. Если меня убьют, у нас просто будет страдать. Не знаю, у меня уже достаточно хороших ключей, чтобы... Да я вообще не хочу, чтобы меня убивали. Не знаю, мне какой-то человек тут прям со мной дискуссию такую яркую вел, что начало я типа опять три цели будете бегать по лесам и искать какой-то нубский лут. Я говорю, так у нас уже все в порядке с лутом-то, как бы, полностью по-цветскому. Ну, теперь вы еще больше будете бояться его потерять. Мне кажется, ребята, вот я за всех нас ответил, конечно, я думаю, это... Давайте, я боюсь. Лут потерять. Ой, блин, сегодня я что-то как-то ладно, все. Пора успокоиться. Мне еще гранату где-то у себя там найти задачу. Минут 30, час, и можно собрать примерно то же самое. Ты вызывай, да? Нет, в эту игру лучше, да. Лучше уставшим садиться играть. Тогда я тихий и такой собранный. Нет, за 30. А вон там был. Соберешь, ну. Ну не за 30 явно, да. Как? Ну я за час вчера собрался, что хотел, но потом меня убили. Сейчас я представил, как пуля у меня прилетает. Мне сейчас зомби такие, орда бежит. Не, я бы хотел, на самом деле, если бы мигрирующий толп зомби был, как в сериале The Walking Dead. Да, просто тварь. бежишь по лесу и видишь, у меня такая там эта натуральная стена идет. Да, ложишься такой. Плюс еще с тем патчем на реалистичность, когда там тебя там бежишь в кустах, попердываешь, извиняюсь. Это что за патч? Ну, мы с Артуром как-то так думали, что... Можно а, как, чтобы этот нужно было в туалет ходить? Ну-ну-ну. Ой, да-ну-ну. Тогда пустые бутылки с поджиг Дэниелса надо бы были, да. Еще мы тут между сериями рассуждали, но люди этого не слышат, что было бы круто, если бы какого-нибудь очень сильного врага закидывали бы на карту, он бы ходил и пытался убить всех людей, типа Немезиду, например. А мне эта идея не понравилась. Ну и все. Вот ты какой.
по-моему, зомби, вот именно мне чем резик не нравится. Потому что там, кроме зомби, какие-то непонятные бабайки. Лучше, когда просто толпа зомби, а не как этот. Непреодолимая такая нет, сила. Нет, ну тут-то как непреодолимая, ты же видел, да, как сейчас мы снимемся. А так у нас появится еще больше экшена и еще больше страха. Ну, памятное поле. Один на всю игру. Здесь я первый раз выстрелил из Ленфилда, и меня сломали, я две серии ходил, трясся. По местам было слава идет, у меня прям... Ностальджи? Я не знаю этот, я по полю бегу по открытому в середине. Да я прям с тобой. Мой камуфляж костюм меня не спасет. Да, среди такого поля, конечно, это будет глупо выглядеть. Бежит кустик. Нам говорят, типа... Чего вы одним и тем же занимаетесь? Тут больше заниматься нечем. В принципе, единственное, это можно вот машину искать, но ее вот вы бы просто знали бы, как тяжело найти машину, вы бы больше не просили не так говори, ярый. Там появится куча гениев, которые скажут, что домой все машина уже ездит. Место лута, где что. Да, пока там смотрят. В этой игре пока не так много возможностей вообще. Но с каждым, ней... с каждым новым патчем они добавляются. То есть уже да, есть добавили велосипеды. Полезная возможность. Я представляю, два леших таких бегают, и я на велосипеде рассекаю. Блин, романтика. Еще и на байке. Со звонком таким детским, да? Дынь-дынь-дынь-дынь, круги вокруг нас будет на виду. Да не, какой звонок, бежишь его вокруг зомби, пип-пип, уступите дорогу, пип-пип. Там говорили, какое-то крутое нововведение хотят сделать, но я забыл какое. Мне уже понравилось то, что они сделали этот, разделение по полу. Да, вот про банды, и то, что можно будет, типа, короче, самому здание возводить. И можно будет, держать их, то есть как крепость. Артур, тебе выгодно. Ты ночью поиграешь в ужастик, утром уже здание можешь построить. Не только я, Петросяне, сегодня. Смешной ты парень, Ярослав. Ярослав молчит, обиделся. Нет. Знаешь, когда я видел картинку, которую скидывали где-то в группах, кирпичный завод Артура. Да, это было смешно. Да блин, что-то в последнее время мало хорроров страшных, именно. Детская стрит, так вообще кооперативный шутер. Ну, на самом деле, мне вот сейчас нравятся моды Амнезии, я иногда вот сам играю там, так сказать, ото всех глаз. Вот есть именно качественные моды. Я не знаю, я после, блин, того, как посмотрел. Я как-то даже сам я запускал, когда Артур только сказал про Амнезию, я такой, ну надо скачать. Я запустил реально минут 15 поиграл, я понял, что я не смогу. Да, я не смогу. Вышка не для каждого. Не, мне наоборот. Фир поиграл уж. Интересно. Я играл. Фир меня вот не пугает, как шутер бегаешь. Нет, Cry of Fear. А, Cry of Fear? Я в свое время помню, нас пугал, например, Фир некоторыми моментами. Не, некоторые моменты, да. Dead Space тоже некоторыми моментами удрался. Не было. Ребята, вообще-то Куглова как бы он справа. Ну да, вон он на пригорке. Я раскрываю, разглядываю уже. Камуфляжа в полный рост. Да, нормально. Не, давайте не нормально, давайте не палиться. Ну, Ярославу-то бесполезно, говорит, пусть он бежит-то. Давай как-нибудь поскромнее себя вести, Джек Шепард. Воздух не стрелять. Аккуратненько. Ну, воздух не стрелять, это кого еще касается. Ну, не знаю. Я пока бегу к деревцу, чтобы можно было как-то заныкаться. Что, а где у нас в Google машина? Бегу 10 минут по пустому полю, да, в полный рост к деревцу, знаешь, чтобы заныкаться. Ой, знаешь, если ползу, вот ты будешь ползти, и на дальних дистанциях трава не прорисовывается, и такой куст лежит, это тоже палевно. Кто знает, где в Google машина появляется? Мы сейчас просто можем пройти. Там есть какая-то машина, типа Фиата, но, по-моему, она сломанная. Ой, да даже если сломанная, хотя бы знать, мы сервер знаем. Мы влезли, и главное, чтобы у нас были колеса, бензин и прочие фигни. Колеса, бензин, если чё. Назад вернёмся. Назад вернёмся на новом соборе, там дофига всего. Да я туда не стал ходить. А я чего сказал, что мы там натворили. Ой, да блин. После того, что мы там натворили, другие будут, я думаю, очень себя неуверенно там чувствовать. Среди такой горы трупов. Возможно. Так, Ярослав, ты где вообще? Чтоб тебя не пристрелить. Ты прямо посмотри. Ты думаешь, будет какой-то еще один такой псих в камуфляжном костюме? Другой прямо. Вижу.
Я стою, вас жду. Слоупоком. Мы слоупок еще в итоге. Так, осторожно. Кстати говоря, про слоупоков я что-то бегу прям в зомби. Думаю, зомби, что-то шумит, и дальше бегу. Лавочка, сядем, посидим тут краевином. Здесь, кстати, по-моему, на дереве вырезано сердечко. Или это не здесь? Присели один раз уже. Да, присели. Я еще хотел это за кадром выложить. Памятный чечва. Табличка стоит. Зомби, I will shoot you in the head. Кстати, знаете ли, на этом сервере вообще чат отключен, похоже, голосовой, да? Вообще любой коммунист. Не, голосовой работает, но дополнительного синего нет. А как настоящий джентльмен, ты должен после каждого убитого, ну, как убиваешь зомби, ты должен подбежать к нему и крикнуть: Are you okay? Are you okay? I can help you. Как американцы, да, я не могу стрелять в живого человека, так что нам делать? Давай его сперва убьем. Зашел в дом. В доме пусто. Да и машины я здесь не наблюдаю. Я был бы удивлен, если бы в доме было бы не пусто. Ну, здесь есть фасоль с мясом и зомби и сигнальный фаер. Я в таком доме свой первый маскировочный костюм раздобыл. Гостиница. Ой, ну давайте съем, раз уж прям так в руки и навязчиво суете свою фасоль с мясом. Он так чавкает постоянно, что я вот даже сейчас сытый и хочу кушать. Так, ну здесь, похоже, ничего в Гуглу нет. Ребят, вообще есть прекрасный поселок Горки. Там прекрасно есть два здоровых амбара, я знаю, где они. Там могут быть машины. Горки. По-моему, мы там не были никогда. И я там был, это очень прекрасное место. Ой, ёлки-палки. Ой, ёлки-палки. Посмотрите его кто-нибудь. А, здесь ползун. Так, это мне, походу, сейчас будет звонить. Клёво, ты так вовремя. Нет, Ярославу сегодня привезут новый монитор. И вы, не будете жаловаться, что у меня изображение исключено, потому что у меня старая коробка, как бы с другим расширением. Ну так поставьте еще 280-720 выглядит, и все. Поэтому Ярослав весь тогда ждет свой новый хороший монитор. Да. Так, ну здесь машин нету, до Гуглова нам 2400 метров до горок. В какую сторону это? Где горки у нас? Надо, мы вообще короче, вот заметили, на северо-востоке практически не были. На 40 градусов тогда... Ладно, не буду говорить то, что говорил наш ДПЮшник. А то, как сказали подписчики, единственный человек, который тут еще не матерился. Да и я не матерился здесь еще. Брехня. Там было слово «блин». Нет. Я знаю, что я говорю, у меня фильтр всегда стоит. Я прослушивал три раза. Я прослушивал, там слово «блин» как-то сковеркалось при записи, так что это было слово «блин». Да. Вот опять это сказал. Блин. B-L-E-N. Хватит материться уже. Да я запикаю, что там. У меня все схвачено. Это ж не... Где мы вообще находимся? Мы находимся... Ну, мы правильно сидим, не волнуйся. Не, я... Ярослав у нас впереди бежит, да? Да, вас Ярик так тяжело вас... различать. Ярик вас приведет. Ну иди. А, вон птицы летают. Кстати говоря, вот эти птицы, они... Ну, все знают, что такое эти птицы. Иногда бывает баг, и игроки заходят и могут летать за птицы. Ну, по-моему, да этого давно нет. Да. Нет, раньше есть такое. Было. И сейчас есть. Не знаю. Не видел. Ну, в сталкере птиц было, помню, как круто стреляешь, и она падает. Ну, брат, это тоже не сразу добавили. То же самое. Народ жаловался, что ворон там убить нельзя, они летают, и они специально в патче добавили эту возможность. Похоже, как настолько это круто было, реально. Не знаю, я никогда не стрелял. А мне нравилось, это было новое что-то, знаешь, такого не видел я еще. Новое? Я такое видел на Денде еще в игре Duck Hunt. А, да, было такое дело. 20 с лишним лет назад. Новое. Кстати, юбилей у меня недавно был. Duck Hunt это фактически Wii технология. Да, Space Extraction. Да. Так, я Джека Шепарда не вижу. Да я просто вдалеке от вас иду. А, ну ты понимаешь, да, что мы палимся? Ну да, еще потому что я на карте высматривал, куда нам надо идти. По этим дорогам вообще, то есть никого я еще ни разу не видел по таким. Знаешь, вот когда мы начинаем записывать, все происходит в первый раз.
Да. Там, где никого быть не должно вообще в жизни, там появляются люди и начинают по нам стрелять. Не, самое смешное, что мы это не успеваем записывать. Да. И потом случай гневных отзывов. На 40 вы бежите, да? Да, подождем его. Давай, на 30 фактически. А ты где? Да я вот тут каменную кладку вижу. А где Блэк? Да вон ты бегаешь, ёлки-палки. Развернись. Кто из нас бежит? Я сзади тебя. Ой, блин, остановись на месте. Вот. А глянь, что я такой незаметный. Такая текстура, прям лес в тумане растворяется. Круто. Я понял, почему светилось. Тут такой небольшой кусок рта, видать, да, на этом лешем. Говорю, вот, и именно там у меня борода белая сверкала. Так, ладно, погнали. Да, сейчас ты покрасился. Да. Теперь ты не похож на дядю с Left 4 Dead. Ау. Да. Да, ты теперь у нас не только рубашки меняешь между сериями. Я, кстати, у вас какого цвета? Весь в темном. Весь в светлом. Понятно. Кто не верит, зависит от того, с какой стороны посмотреть, да? Ну слушай, да. Это как ты в лифтах катался, там у тебя Барри, там бок. Угу. Вейлис. На самом деле странно сделано, да, у каждого свой скин цвет показывает. Да ладно, хоть так сделано. Никогда вообще. Поэтому добавили вот эти всякие камуфляжи. Смотри, под горку меня обгоняют, а? Он бессовестно. Он всегда очень быстро бегает. Я вчера вообще... Ты чувствовал, знаешь, такое выживание после одной из серий, где был мотлан язык, где за тобой педомишка бегал. Да-да-да. А мы не повернули чуть-чуть? Нет, мы на 40 метров. Ты метку поставил? Да. У меня ощущение, что мы чуть довернули. Не переживай. Ну да, мы все левели и берем. Все правильно. Ой, в зубы давно не были. Я был. Мимо проходил, но даже подниматься не стал. Когда к вам шел. Что такого в этом зубе? Что там бояться? Если чат не читать, то, возможно, надо бояться. Бывает, там сидят какие-нибудь два психа. Не знаю, вот сейчас, вот на данном этапе, я думаю, я нет. А вот вы бы просто вот увидели бы его, даже если бы предупреждали и общались, вы бы его пристрелили. Да. Что-то вообще какие-то берега потерявшие. Не, я на самом деле как, если человек будет проходить вдалеке и даже не посмотрит в мою сторону, без проблем. Посмотрел в мою сторону, извини. Джек Шепард где? Я перед тобой стою. А Ярослав, значит, вперед ушел. Yes, sir. А сейчас повернулись. Блин, я вам часть отдал, развернулся и ушел. Недостоин. Нас ругают за то, что мы называем приветствие отдачи чести. Мол, что в армии не служили. Подумаешь, блин. Блин, капец, все. У нас вообще столько терминов ошибочных, и в оружии мы не особо хорошо разбираемся. Ну ничего, что ж поделаешь. Так, ну вы где вы там? Так. Мы бежим. Подходим к дороге. Вы где свернули, ё-моё? Да, я здесь был. Вон там есть дальше по дорожке побежать и налево повернуть, там будет гигантская усадьба, в которой нифига нет. Так, вы сейчас видите развилку тройную? Ну, она слева от нас осталась. А, слева вон там. Господи, как вы так пробежали мимо меня, а? Да я просто думал, что... Кстати, попробуй, Артур, посмотри на меня, попробуй нажать два раза контрол левый. О, да, нормально. Что это такое? Это ты оружие вниз опускаешь, вот смотри на меня. Ну. Понятно. Все, пошли. Теперь нужно нажать выстрел, чтобы его поднять. Нет, один два раз. Раза снова контрол нажми. Ну, или, просто выстрел, выстрел можно нажать. Да. Ну да, вот здесь тоже. Главное не целиться, а то... Так, давай мы в город. Мы на тройной развилке стоим, ты где? Я уже впереди побежал. Ё-моё. Мы прям вот на развилке. Так, ну вектор движения тот же. Да, давай, короче, по вектору в том же бежать, там встретимся. То есть...
Сейчас вот 30 градусов, короче. 800 метров мне осталось. А нам Ярослав, хватит от нас убегать. Это вы от меня убежали, я бегу идеально по прямой траектории. Вас нет. Пока мы стояли, ты бежал. Я, а, блин, постоянно проверяю, Джека Шепарда не отстал ли. А ты бежишь, как, я не знаю, как этот, по вейпоинтам бот. Так мы разговариваем и бежим. Ну да. Да я ничего не говорю. Мы сами виноваты, потому что я Джека Шепарда пошел высматривать, а он, оказывается, рядом со мной все это время был. Да. И он ждал, пока я высмотрю что-то там позади себя. Какая красивая цифра крови. 1-1-1-1-1. Ты там еще не начал зарубки делать, я не знаю, там пальцы человеческие с ушами на себе носить? Нет. Ну ладно. Сколько у тебя убийств? Ну, то есть на людей. На людей. Зомби? Да. 257. Нормально. А на данном сервере вообще у нас самый... А, ты у нас на первом месте на этом сервере? Да. Нажимаешь кнопку и смотришь, это вообще за всю историю сервера, кто больше всего убийств сделал. Ну, естественно, почему я не удивлен? На втором месте космический ковбой. У меня 20 килов, 18 хедшотов, все, больше ничего нет. Ничего не надо. Ну и два убийства. Я уже к горкам подбегаю. Так, блин, а мы... У нас 41 минута уже. Да, давай сейчас вот бежим. Я счастливее убежал. Тут впереди, короче, чупа-чупс есть. Так, нам, короче, сейчас нужно довернуть вот так. Опять-таки маленький туда. Сегодня был один. У кого есть карта из вас? У меня. Нажми М, пожалуйста. Зачем? Нажми, сейчас все поймешь, как положено. Нажал? Бежит. Видишь горки? Горка. Ну и... Мы и так не идем, и чё? Ну, нажми Shift и левая кнопка мыши на горке. Да блин, мы уже все туда бежим. Мы... На горизонте скоро будет. Мы находимся где-то метрах, наверное, в 700. Сейчас вот он за горкой появится. Хотя нет, ну, километры где-то. А ты где? А нет, вон она. Значит, вы где-то меня должны видеть. Да я видел, как ты бежал. Чё ж ты не сказал? Я сказал. Вон он, вон он. Все видит, все. По центру поля. Я опять не удивлен. Игра переставляет меня удивлять. Ярослав сам. Давай беги к нам все в леске, если это будем заканчивать. В лесок? Сюда? В лесок, а... Надо было, чтобы это Артур сказал. Налево поверни. Чик. Еще левее. Чик. Еще левее. Чик. Еще левее. Господи, а. Направлятор, направлятор 2000, да. Ясно. Так, ну сейчас добежим, в принципе, в этой серии. Карту мне нашли. Ой, карту. Карту, блин, мне GPS дали, офигеть. Сколько мы в прошлый раз GPS искали, как в этот раз у нас без проблем с ним, как бы не сглазить. Ну, народ, надо сказать, вы охренели, блин. Два леших с двумя эмками, с глушителями. Я просто не знаю, что о вас думать. Вы просто, по-моему... Блин, вы какие-то страшные люди. Мы безумцы. Ну ничего, теперь осталось мне что-то подобное. Ну я не хочу, кстати, камуфляж куста. Я хочу кама. Вот я тебя спрашиваю. Хочу. Хоти. Ну вот мы, я думаю, сейчас рано или поздно все равно в сторону Березина проберемся и там в гостинице возьмем что-то эдакое. Ладно, давайте, короче говоря, на этом прекращать эту серию. В принципе, в Новом Соборе было весело. Я больше не буду проверять эту винтовку на громкость. Я уже понял, что это такое. Да. Ну, короче, ладно, давайте прощаться. Всем пока. До скорой встречи. Увидимся в следующих сериях. С вами были Артур, Ярослав и Джек Шепард. Пока-пока.